Ребята, привет! Я приехала к бабушке и к папе. Короче, есть люди, знаете, которые спят 3 часа, 4 ночью, а потом говорят, я всю ночь не спала. А я вот как раз всю ночь не спала вообще. Вообще. Я не знаю, как я доживу до обеда. Но, в принципе, уже 12. И я очень надеюсь, что я как-то доеду домой на самом-то деле. Ну, по состоянию будет нормально, и не увалюсь у папы спать. Вот. Еще хочу заехать на кладбище к дедушке. Надеюсь, у меня получится. Повезло, Нанец. Повезло. Папа, кстати, тоже, знаете, по секонд-хендам очень любит ходить и всегда находит какие-то офигенные вещи. Нашел куртку кожаную Армани, девочки, на минуточку, за 40 гривен. Викарину с детства научил. Смотрите, какое качество, классное вообще. Это в Белой Церкви такие куртки. Ну, именно, ну, довольно хорошие, много брендов и хорошее состояние продается. Класс, мне очень нравится. Кармашки такие оригинальные. Кулечек. Угу, как у летчика. Здесь ставочка. Ну, короче, куртка очень классная. Интересная. И карманы вот тоже такие. Ну, на минуточку, Армани. Привет, ребята. Поеду в Киев. Пожалуйста, я устала молчать просто. Реально устала молчать. Это не ради хайпа, нет, ни капельки. Это моя жизнь, я ее снимаю. Это реально большая часть моей жизни. Это YouTube, поэтому... Я, если соберусь силами, возможно, я когда-нибудь сниму видео и расскажу вообще все, что происходит в моей жизни. Но я всегда, знаете, всегда думала о том, а что подумают люди, о которых я буду это рассказывать. Ну так я понимаю, что мне нужно думать о них. Зачем думать о ком-то, да? Нужно думать о людях, которые тебе только добро какое-то несут. И к тебе относятся с уважением, с пониманием, поддерживают как-то. Я немножко подуспокоилась. Юра звонит. Стою в центре. Купила латте, попросила сделать кофейни, там, где есть машинка. Она мне сделала обычный Якобс латте в стике за 20 гривен. Я не хочу идти разбираться, честно, нет уже настроения, и все. Силы иссякли. Стой, посмотрите, какая красота в центре города. Елку поставили, нарядили. Игрушки там бутафорские. Так, ребята, я уже дома донарядила елку. Немножко подняла себе настроение, здесь вот такую вот красоту сделала. Композиция у меня здесь. И елочка, ну потом вы уже увидите. Конечно, признаюсь вам, она мне не прям супер так нравится, но в то же время... Юр, как тебе елка? Офигенная. Офигенная, Юрка сказал, поэтому пусть будет. Привет всем. Утро 31, точнее обед. Я сейчас в процессе макияжа, хочу сделать с блестками, так как сегодня все-таки праздник. Девочки, по поводу, я уже немножко, ну, как бы успокоилась, вчерашний день, я все-таки решила это выставить, ну, чтобы вы понимали, что 2019 год не был прям таким полностью идеальным в нашей семье. Я надеюсь, что такое мое состояние вчерашнее не повторится в 2020-м. Вот, и 2020 год будет без слез, только слезы радости и счастья, чего и вам желаю, конечно же. И я выставлю это видео 31 числа,
точнее сегодня сейчас буду монтировать. И не хочу, чтобы только там были какие-то комментарии жалости, знаете, я не хочу из себя корчить жертву, я тоже в чем-то виновата, я не идеальна, поэтому думаю, вы меня поймете. Вот, и давайте все плохое, все какие-то обиды и все оставим в 2019 году. Помимо того, что нам нужно сегодня в магазин поехать купить к новогоднему столу все, потому что до сих пор там только маслины и оливки есть такое. Вот, еще, ну, как бы я ничего не готовила заранее. Нам нужно убраться, прибраться в квартире. Я уже немножко начала, как видите. Вот, вчера пылесосила вот эти вот елочные разные остатки, иголочки, все получилось, блестки тоже. Елку нарядила, и вчера я им говорила, что она мне не нравится, но вечером, когда я включила огоньки, на самом деле она просто замечательная. Вот. В следующем году, конечно, хочется сделать ее более пышнее, какие-то большие игрушки, какие-то более объемные банты, я не знаю, что-то такое хочется приобрести или самостоятельно сделать. Я хотела еще игрушки самостоятельно сделать, у меня шишки есть, но, к сожалению, ну, реально не было времени. Зато сегодня утром у меня было время по уходу за собой, я помыла голову, я покупалась, и я попробовала вот этот вот скраб девочки от Джая. Помните, мне недавно прислали как подарочек на Новый год. И что я могу сказать? Он вам точно понравится. Для тех, кто любит, знаете, пожестче. Вот. Здесь такие скрабирующие частички, которые хорошо реально ощущаются. И масло. Мне очень нравится то, что это скраб масляный, потому что после использования у него кожа вообще не сухая. Вот. Приятно так смывается и приятно массировать кожу. Я все тело массировала, не только ноги, там бедра. Вот, также плечи, спина там, где смогла, достала. Ну, прям очень нравится. И плюс хороший объем. Расход минимальный, потому что масло, он так хорошо распределяется по телу. Если вы вдруг увидите, попробуйте. Вот, серьезно говорю, попробуйте. Это один, не один из самых, можно сказать, это самый лучший скраб от Джая, который я пробовала. И, ну, другие скрабы. Конечно, я самостоятельно делаю кофейный скраб. Иногда вот как раз хотела, они мне прислали, поэтому я не сделала. У меня там остался жмых от кофе. Я уже потом в следующем году сделаю. Укладку я делать никакую не буду. Скорее всего, просто вытяну расческой волосы. Вот, потому что тоже, если крутить волосы, время займет. А мне нужно было тогда вчера помыть голову и с косичками хотя бы лечь спать. И буду делать блестки на глазах. Я так давно, кстати, не пользовалась глиттером, жидким глиттером для глаз. Поэтому я вообще переживаю, как это все получится, как это будет все выглядеть. Но, думаю, выйдет. Вы меня уже с макияжем увидите в следующем видео. У меня два есть глиттера жидких для глаз. Это у меня от Апью. А это вот ламель. И посмотрите, какая разница. Вот Апью, он совсем слегка-слегка такой блестящий, а ламель прям вот праздник-праздник. Вот. Скорее всего, буду использовать ламель. Кстати, как я вчера поднимала настроение себе? Музыка. Просто музыка. Слушайте любимые композиции, вспоминайте то, что вы слушали раньше, когда вам было хорошо, когда, ну, вообще было все замечательно, поэтому музыка реально спасает. Самое главное – это приобрести хорошие наушники, да, или хорошие колонки. Я в наушниках слушала, когда ехала. Эндшпиль, по-моему, я подсела слушать, и мне так понравился альбом. Я на YouTube Music подписана. Music, так сказала. И искала каких-то исполнителей для того, чтобы, ну, вот, просто посохранять, знаете, на потом себе. И наткнулась на этого Эндшпиля. Очень неплохо, реально. Такой качун, немножко растаманская музыка, в то же время она какая-то вот современная, и голос такой. И все песни в альбоме мне все нравятся. Это очень редко, когда так, потому что обычно, знаете, одна песня в альбоме хорошая, а все остальное такое, знаете, сделали для того, чтобы альбом заполнить. Вот. Поэтому вчера тоже слушала. Я выставляла в Инстаграме, вот, и многие девочки тоже писали, что классные у них треки, типа, тоже слушают, тоже любят. Я сделала себе кофе. Юрка спит. Уже будила его сейчас, ну, я хочу уже докраситься, чтобы уже быть готова для того, чтобы выезжать или же все-таки поубираться, потом уже на вечер ехать. Я вот не знаю, сколько там людей сегодня, именно 31-го. Наверное, все же заранее покупают продукты. Мы, наверное, все-таки попозже поедем.
Хотя некоторые после работы будут заезжать. Нам немного нужно. Да, если будет очередь, думаю, что ее не отстоим. Отстоим. Я всем хочу пожелать хорошего Нового года, настроения новогоднего, чтобы все плохое, еще раз повторюсь, осталось в 2019 и в 2020 с новыми силами, с новыми знаниями и с улыбкой на лице. Просто пройти весь 2020 год, и чтобы ничего вас не обижало, ничего вас не расстраивало. Это самое главное, потому что настроение, прежде всего, конечно же, также зависит от людей, которые вас окружают. Я вот вам желаю, чтобы в 2020 году, да и в следующие года тоже, но это будет уже в следующем году пожелание, чтобы вас окружали только хорошие люди. Будет хорошее окружение, у вас будет все хорошо. Оставьте людей, которые вас тянут вниз в 2019 году, пусть они остаются в этом году. Вот. А мы идем вперед, мы прорываемся, мы открываем все двери, которые нам нужны, и у нас все получится. И еще одна хорошая новость, так как сегодня Новый год, девочки, скоро лето. Я всех крепко обнимаю. Большое спасибо, что вы были со мной в этот влог. Всем хорошего, вкусного стола и красивой-красивой елки. Всем пока. Завтра будет новогодний влог.